Улан-Удэнская делегация прибыла в Дархан накануне вечером. Монгольская сторона встретила почетных гостей на въезде в город-побратим, как и полагается по традиции, с хадаком и белой пищей. Официальная встреча прошла с утра в администрации Дарханульского аймака. Сначала улан-удэнских гостей приветствовал председатель гражданского хурала. Здесь прошло знакомство с делегацией. Затем уже в соседнем зале нас встретил губернатор Дарханульского аймака. Очень рад, что наше подписание меморандума позволит нам повысить уровень партнерства. Наступает момент новой золотой страницы истории 50-летнего сотрудничества, побратимства наших двух городов. Нашей главной заслугой сегодняшнего руководства городов Дархан и Эрденат является то, что мы с вами продолжаем замечательную традицию, которую установили наши предшественники, и это все началось 50 лет назад. В ходе встречи было подписано сразу три соглашения между городами, между отраслями культуры и в сфере предпринимательства. Ну, во-первых, это даст нам взаимодействие двух сторон, города Дархана и города Улан-Удэ, в части, допустим, развития художественного образования, в части обмена творческими коллективами. Конечно, среди творческих коллективов мы сегодня будем друг друга как бы радовать мастер-классами. Помимо традиционно сложившихся добрососедских отношений между нашими народами, нас еще объединяет дружба предпринимателей, которые уже на протяжении нескольких десятилетий работают, поэтому развивается у нас большими темпами туризм. Интересует, как всегда, как обычно, город Улан-Удэ, Республика Бурятия, туристов из Монголии. Наших предпринимателей интересует поставка всех различных материалов, продуктов питания, ну и вообще, скажем, любой отрасли предпринимательской деятельности. Отмечу, в зале присутствовали ветераны, герои труда города Дархан, те люди, кто стоял у истоков развития нашей дружбы. В 1967 году именно они были свидетелями подписания первого меморандума о сотрудничестве. В завершении официальной встречи обе стороны обменялись подарками. Губернатор Дарханульского аймака подарил Александру Галкову кувшин дамбо. Для монголов это символ долгой дружбы. Обе стороны уверены, с укреплением побратимских отношений откроются новые этапы сотрудничества. Дни культуры Улан-Удэ в Дархане продолжатся в театре, там состоится торжественная встреча. В Дархан прибыли театр народной музыки «Забава», ансамбль «Алтан Булак» и артисты бурятской эстрады. Завтра же улан-удэнской делегации предстоит посетить производственные предприятия Дархана. Дарья Белоусова, Дмитрий Ефремов. Новости дня.